Доброго времени суток, с вами Сергей. И сегодняшний ролик посвящен теме «Я хочу вырастить грушу от А до Я». Вот здесь вот у меня в баночке семена груши. Семена груши из покупных груш. Я их убирал, здесь влажный мох. И лежали они у меня в холодильнике на нижней полке. Для стратификации хватает где-то недели 2-3, и они начинают прорастать. Теперь я заготовил горшочки с землей. Здесь земля, внизу большие отверстия. Внизу большие отверстия. Я на низ положил мох, чтобы земля не высыпалась. Потом слой песка, как дренажа. И вот эта часть земля с перегноем. И 1/4 добавлена песка в нее. Теперь для посадки. Для посадки возьмем карандашик. Сделаем углубление 4 сантиметра. Достанем подходящие пророщенные семечки груши. Вот такое. Ставим его и обожмем землю. На каждом горшке у меня сделана метка. Это будет стоять южная сторона. И сейчас пробным методом. Сразу скажу, что я никогда этим не занимался. Это у меня экспериментальная часть. Пробным методом вычислим, какой лучше горшок. Это был горшок 2-литровый. Это 5-литровая бутылка обрезана. Она будет где-то 4 литра получается. То же самое делаем отверстие. Я уже заранее пролил емкости водой. Так, берем проросток, вставляем его, сжимаем. Все, готово. Теперь я эти горшки помещу в тень. Тень у меня находится за гаражом будет. Также это самое выставлю на южную сторону и потом в таком порядке буду сажать. У нас на дворе уже конец августа, сегодня 27 число. 27, посмотрите, вот так вот у нас, я две грушки сейчас принес, вот так вот выглядят груши, посеянные наши сеянцы. Высота, вот это 30 сантиметров, а это, по-моему, самая коротенькая, 18 сантиметров. Высота их, сразу можно сказать, что ствол их тоненький, и на следующий год для прививки не подойдут они. И, скорее всего, вероятнее всего, они проведут еще следующее лето в этих горшках. У нас сегодня 18 июля. И, пожалуйста, посмотрите, как выглядит прививка. Это привита у нас груша сорт Чижовская. Она спокойненько привилась. Развивается неплохо. Ничего, в принципе, сложного нету в этом. Было привито у нас 4 груши. 3 контейнере, одна на дичку, одна только из 4 погибла. Вот так вот среднестатистическая. Сейчас пойдем посмотрим, как выглядит привитая груша на дичку. Ну вот, посмотрите, вот так вот выглядит прививка на дичку. Корневая система у дички больше и прирост уже в районе там 12 сантиметров получился. Изоленту мы пока еще не снимаем. Изоленту я где-то буду снимать в конце июля, в начале августа. По опыту с яблонями торопиться с изолентой, со съемом не надо. Это самое. Следующее, что у нас заключается будет, это самая работа наша. Тут, соответственно, я уберу вот эту дикую часть. Весной отстригну или осенью замажу. Мастикой садовой уберу. И потом год она прорастет. Она вытянется где-то до такого состояния. Я верхушку обрежу. И на следующий год пойдет уже расти она веником. А потом главная задача не давать веткам рость внутрь. Сформирую веник, крону. И на этом работа будет закончена. Та же самая будет работа проведена в контейнере. В контейнере она еще год также будет расти. Год расти. На следующий год обрежу, сформирую веник. И только через 2 года, на 3-й год, я ее... На этом мы с вами ролик заканчиваем. С вами был Сергей. До свидания.